На тему идентичности и вот смешения культур. Сейчас они сделали такую массивную мультимедийную штуку. Многоканальное видео, кости, археология, черепки какие-то, маски, черепашьи панцири, амфоры. Огромное видео. Где-то порядка 10 метров экран. Мальта денег не пожалела. Да, уже ставшее общим местом отражение в воде, которое очень много сейчас где применяется. Но этот павильон достоин был звания лучшего. Я, честно говоря, удивлен, что не дали Мальте лучший павильон. Он просто такой красочный, знаешь. Это вот я иду по полу и эти все проекции на пол. Очень интересно. Круто задизайнено. Ну, что тут еще говорить? Крутой дизайн выставки. Хотя тут сложно говорить о дизайне, это работа и работа с пространством.